Приветствую, дорогие зрители! Сегодня тема нашего видеоролика – как делать выгодные покупки с возвратом определенной суммы денежных средств на свой либо электронный кошелек, Киви, Яндекс.Деньги или, например, именно эту скидку положить себе денежки на сотовый или мобильный телефон. Вот перед вами страница открыта, кэшбэк, именно моя собственная страница. Я хотел вам показать именно вот сколько я уже сделал покупок. Вот у меня вот такая уже сумма накопилась довольно-таки приличная. Под моим видеороликом есть ссылочка, по которой вы можете зарегистрироваться, как положено, и делать, соответственно, выгодные покупки с определенным процентом. Процент идет от 7% на все товары с сайта AliExpress. Если вы пройдете по моей ссылочке, вы выйдете примерно на такую страничку. Вам покажу. Вот примерно будет страничка так выглядеть. Но, как я вам говорил, здесь можно проценты либо выводить на кошельки Яндекс.Деньги, Киви, кошелек Вимани, или, соответственно, пополнить свои мобильные номера. Здесь у нас есть МТС, Билайн, Мегафон. Вот здесь обратите внимание, регистрация. Нажимаете на регистрацию. Регистрация очень довольно-таки простая. Сюда вводим свой электронный ящик, придумываем надежный пароль и нажимаем на регистрацию. Ну вот, в принципе, что я вам хотел интересно рассказать. Так что очень довольно-таки выгодно, 7%, есть где 10%, а даже и больше. Все-таки приятно с покупки еще получить какой-то выгодный процент, что можно было перевести на кошелек или пополнить мобильный телефон. Так что переходите по ссылочке, регистрируйтесь. Вот такая есть для вас у меня очень хорошая новость. Понравился видеоролик, ставьте лайк, а еще лучше подписывайтесь на мой видеоканал. Много что интересного покажу. Всего доброго.